для нас очень важно постоянном контакте находиться с крупнейшими банковскими структурами, которые на территории края работают. Вот Россельхозбанк, безусловно, это один из таких системных игроков в этой сфере. Ну и исходя из того, что сельское хозяйство и связанные с ней отрасли для нас очень важны, я попросил специально Вячеслава Павловича Черныша тоже присоединиться. Вот. Конечно, я считаю, что есть большой потенциал по расширению взаимодействия. Мы обсуждали этот вопрос с руководством банка, договорились, что мы более предметную встречу проведем, на которой обозначим, так скажем, те сферы, где перспективы привлечения кредитного финансирования нашими предпринимателями наиболее перспективны и наиболее так быстро может быть реализованы. Ну и наметим план действий, по которому пойдем.